вами Эрнест Макаренко. Я был шокирован. Женщин предлагали стерилизовать, старикам предлагали умереть. Оказывать помощь они будут только избранным. Высокопороговая организация. Подавляющее большинство являются законченными хроническими алкоголиками. Кого же они собираются тогда спасать? Куда пойдут эти люди? Куда идти этим людям? Все Москвы и с области они поедут. Да, ну, будем говорить где дальше. Они поедут и из других регионов, и из стран соцлагеря бывшего. Это же просто преступление. Здесь необходим комплексный подход профессионалов. Апартаменты, где планирую проживать с семьей, ничего не подозревая о том, что в 15 метрах от этого ЖК открывается приют для бездомных, что ставит под угрозу вообще безопасность моих детей. Безусловно. Вообще дикость какая-то, просто абсурдная ситуация.